Впереди декабрь, но наша десяточка как никогда горяча. Самые зрелищные баскетболисты единой лиги ВТБ к зиме готовы. Стиль спокойного Теодосича. Иногда кажется, что сербский плеймейкер играет в полсилы. Ленивый пас вслепую на Кори Хиггинса. И очередное попадание в десяточку. Милош Теодосич, Кори Хиггинс, ЦСКА Москва. Когда снайпер Астаны Родерик Одом видит баскетбольное кольцо, то больше ничего вокруг не замечает. Ни партнеров, ни соперников. Александр Винник в роли последнего барьера и девятое место хит-парада. Родерик Одом, Астана, Казахстан. В Красноярск приехал высокий гость. Третья команда лиги «Зенит». Значит, и играть нужно высокий баскетбол. Тони далеко гляжу Тейлор и Фрэнк высоко лечу Элигар. Утонченная баскетбольная эстетика. Енисей, Красноярск. «Зениту» есть чем ответить. Янис Тима предлагает сопернику старую латышскую забаву. «Поймай меня, если сможешь». Пас от Тревора Мбакве. Ускорение и взлет. Седьмая строчка хит-парада. Янис Тима. «Зенит» Санкт-Петербург. Войти дважды в один хит-парад можно, доказывает Фрэнк Элигар. Он недавно в России, но уже знает смысл фразы «обвести вокруг пальца». В роли статиста центровой «Зенита» Кайл Лендри. Вертушка по-сибирски – убедительный данк. Фрэнк Элигар, Енисей Красноярск, место номер 6. Оружие Виталия Фридзона – бросок. И не только. Деандре Кейн узнал российского снайпера с необычной стороны. Хитрый блокшот сзади отправляет Фридзона на пятую строчку нашего хит-парада – ЦСКА Москва. Алексей Швед очень любит держать мяч при себе, но ради такого фокуса ассист не жалко. Между защитников и ногами Дмитрий Соколов взлетает выше ели. Минское кольцо выдержало, смоки нет. Подмосковные фокусы – четвертое место. Парочка из сборной России в форме «Локомотива». Навес из аута, забег под кольцо и парашютик раскрывается. Дмитрий Хвостов и Андрей Зубков снова в деле. Третье место. «Локомотив Кубань», Краснодар. Латавиус Вильямс и еще одна забава. Мяч горяч. Взял-не взял. Перехват командная работа. Хаким Колом разгоняет. Орландо Джонсон обжигающий алеуп. Латавиус Вильямс на острие. Идеальное завершение. Казанский «Уникс» второе место. И опять это казанская троица. Орландо Джонсон проводит всего второй матч за «Уникс», а уже приводит в восторг баскет-холл. 23 очка, звание лучшего снайпера матча и однорукий данк, как вишенка на торте. Орландо Джонсон номер один на майке и в нашем хит-параде. Добро пожаловать в Казань!